Друзья, всем привет! Продолжаю свой музыкальный блог. Несколько недель назад выпустил композицию «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби». Сегодня мы поэкспериментируем. Я буду играть соло на фортепиано, и, соответственно, в колонках будет звучать минус данной композиции. Эта песня иностранная. В любом случае, с учетом того, что у меня есть музыкальное образование, я в первую очередь люблю шикарный голос и сам мотив. Но порой, когда эти два пункта потрясающие, третий пункт – это именно слова, они бывают совсем не потрясающие. Вот. Ну, я про эту композицию, которую сейчас вам буду исполнять. Могу ошибиться, прошу не ругаться. Поехали. Друзья, занимайтесь творчеством, оно вдохновляет. Повторюсь, могу ошибиться, я новичок. 25 лет не играл по нотам, буквально месяц только за нотами. Поехали. Занимайтесь еще раз творчеством. Музыка безумно вдохновляет, особенно меня. Музыка и спорт. Приходите в Ярополк, вы будете максимально спортивными и максимально творческими. Всем хорошего дня, вечера, мои подписчики.